В канун начала учебного года одно из образовательных учреждений Ярославля посетил руководитель регионального отделения ЛДПР Андрей Потапов. Благодаря его поддержке в 115-й школе-саду появились новые пластиковые окна. Для большинства воспитанников школы-сада номер 115 слово «меценат» в силу возраста им всего от 2 до 11 лет понятия неведомое. Но благодаря региональному отделению ЛДПР благотворительная помощь обрела для малышей реальные очертания. В спортзале детского учреждения ЛДПР установила новые пластиковые окна на 120 тысяч рублей. Нашим детям сейчас будет намного комфортнее, теплее. Мы благодарны депутату от партии ЛДПР Андрею Владимировичу за помощь, оказанную нашему образовательному учреждению. Для депутата областной думы Андрея Потапова подобные социальные инвестиции в виде помощи детскому учреждению – дело привычное и вполне понятное. ЛДПР успешно реализует целый проект по поддержке детских садов, школ, домов культуры. Потому что дети, мы считаем, молодежь – это тот фундамент, который должен закладываться, и мы должны этому способствовать, чтобы дети развивались, чтобы дети обучались. В тот же день депутат облдумы Андрей Потапов внес пожертвования в поддержку людей с болезнью Лу Герига. Ярославский либерал-демократ наряду с многими голливудскими и российскими звездами и политиками принял также участие во флешмобе и облился ледяной водой в рамках благотворительной эстафеты, охватившей весь мир. А теперь свою эстафету я передаю лидерам региональных политических ячеек. Это Осипову Илье Владимировичу, это Воробьеву, и передаю эстафету также Каширину.